Как попали на камбу? Очень просто. Примерно лет 6 или 7 назад меня пригласили, мои друзья в Сыктывкаре, пригласили на выставку художников Юры Лисовского и Паши Микушева. Я с ним был к этому моменту так уже довольно давно знаком. И вот я приехал к ним на выставку, мы хорошо, прекрасно посидели, и у меня с собой была волынка. Совершенно случайно у меня была с собой волынка. И когда я взял волынку, выяснил, что эти два молочных брата видят волынку в первый раз в жизни. Они посмотрели и сказали: «Володя, ты что, не слышал про камбу?» Первый раз слушал. «Да ты что, Володя? Ты, наверное, с луны свалился». Юра Лисовский тут же позвонил. Паша Микушев тут же позвонил Наташе Шостиной. Говорит: «Наташа, вот хочешь послушать волынки?» Дал телефон. Я поиграл. Потом мне сказали: «Володя вас приглашает выступить в город Пермь на камбу». Так я оказался на камбе. Может быть, как раз весь смысл в том, что камба каждый раз разная. В этом есть, на мой взгляд, очень такой большой-большой плюс. Это не фестиваль, на котором всегда можно увидеть что-то такое гарантированное. Разумеется, есть там какие-то коллективы, ну, скажем так, которые можно увидеть гарантированно. Там всевозможные хоры бабушек из разных деревень. Опять же, волынечка. Но, как правило, каждый раз камба умудряется придумать что-то новое. И это очень здорово. Мне это нравится.